Если вас пригласили на мероприятие? Меня приглашали на данное мероприятие. Я просто не вовремя. Видите, там было написано. Нет, у меня не через пресс-релиз, мне позвонили по телефону. Ну, пресса обычно приглашается для чего? Чтобы потом эту информацию сообщить обществу. Нет, меня приглашали не как прессу, меня приглашали как физлицо. Меня приглашали как физлицо на участие в данном мероприятии. Так вы даже не поскольку... можете сформулировать тему и этого мероприятия. Еще раз говорю, меня приглашали на данное мероприятие как физлицо для участия. Тема. То есть для... если вас даже пригласили. И даже я не стал уточнять. Что-что? Если даже вас пригласили в телефонном так. режиме, должна была... Оговорена быть тема. Это мотивация да? должна быть. Тема. Я не понимаю суть вашего вопроса. Но мы не можем понять, что там происходит. Вас интересует, что конкретно я делаю здесь? Нет. Если вас пригласили... Смотрите, вы говорите, вас по телефону пригласили, да. правильно? Да. То есть, ну, суть разговора я не прошу дословно передать, а примерно как это происходило. Вот, как с ваших слов я понял так. Телефонный звонок, пускай даже с незнакомого номера вы... Алло, да. Вы не, ну я знаю, кто меня приглашал, то есть мне это... Ну, вы знаете, знакомый да. номер, хорошо, звонит, придите туда-то, туда-то, театральная постановка. Так было? Да, примерно так. Вы больше ничего не спросили, просто пришли нет, по данному нет, адресу нет, и нет, все, нет, и не так, не так. А как вот хотелось бы? Почему у вас одно вытекает из другого, я вот не понимаю. Почему? Здесь ничего не вытекает. Нет, при чем здесь то, как меня приглашали, к тому, почему сейчас я здесь? Мы требуем, просим не вас требуем, постановку. О чем идет постановка? Если у меня встречный вопрос. А вам какая разница? У нас есть театры. А какая у вас информация? Это не столь важно, какая. Возьмите в интернете, наберите. Ну вы в курсе? Хорошо, давайте скажем так. Для чего американец приехал к нам в Украину? Ну, насколько я знаю, это не американец. Начинаем узнавать подробности. Итак, вы знаете, что он не американец. Ну, мне сказали, что он то ли боливиец, то есть, ну, это не американец. Это не американец. Суть постановки, которая здесь готовится. Суть постановки. Я не готов сейчас сказать конкретно, что за постановка здесь происходит. Я знаю, что здесь происходит какое-то театральное мероприятие. Чему оно посвящено? А подождите, у нас есть два театра. И что? В городе Донецке. Почему там не... То есть третий уже не нужен? Нет, совершенно том, нет, что, ну, не нужен. Вот, вы так считаете? Как по мне, пусть хоть 24 будет, это я не против. У нас есть специализированный человек. Мы вас пытаемся уточнить, что? Какая тема данного мероприятия. Но если данное мероприятие закрыто, какая вам разница? Как это какая разница? Ну, завтра выйдет если там закрыто, а что должно вылиться на улицу? Возможно, какая-нибудь... Диверсия или еще что-то. А почему вы сразу в закрытых мероприятиях видите диверсию? Не, ну я вас просто... А сейчас время такое. А какое сейчас время? Закрытое мероприятие, почему там пресса? А при чем здесь одно к другому? Но есть закрытое мероприятие, куда приглашается только конкретный список лиц. Да, и туда может пригласиться пресса, может не пригласиться пресса. И что в этом такого? Если пресса приглашается, значит она освещает мероприятие. Ну хорошо, она может осветить закрытое мероприятие. Она является не закрытым уже, а открытым. Нет, нет, абсолютно нет. А для чего тогда пресса приглашается? Чтобы освещать мероприятие. Подождите, вы сейчас вот набором шаблонов каких-то то ли мыслите, то ли пытаетесь мыслить. Нет, мы вот честно. Я просто за вашей логикой, вот честно говоря, не успеваю. Вы из нас только дураков, пожалуйста, не делайте. Я еще ничего не делаю. А мы вашу логику уже просто проследили. Вас пригласили по телефону, вы не поняли, для чего вас пригласили. Это вы такой вывод сделали. Это вы нам сказали. Это вы так поняли. Это вы нам сказали. Вы же не дали, во-первых, мне договорить. Расскажите, пожалуйста. Вы полчаса пробыли там, вы тоже не поняли, о чем там идет. Но я не понимаю, взрослый человек, мы так. Что же тут как бы не делаем? А у меня вопрос, а что вас так вот беспокоит? Значит, почему вы сейчас здесь в воскресенье, вот, выходной день? Просто передать вот это обращение. Человек, прочитал в интернете, что этот человек занимается.